Сегодня четвертый день, что команда находится в Турции, здесь, в Анталии, и о подготовке. И, что можешь сказать? Ну, все хорошо. Все полностью тренировочный процесс. И поле, и гостиница, все полностью. Надо готовиться, надо тренироваться. Ребята, настроение хорошее, готовимся к чемпионату. Я думаю, готовимся хорошо и будет все нормально, все хорошо. Стараемся все пацаны отдать свои силы полностью, готовиться. Что будет дальше уже, посмотрите. Да. А насчет условия? Нет, условия супер, ваш разговор нет. Гостиница и поле вот рядом, все полностью. Все хорошо, нет претензий никакой. Завтра команда проведет первый товарский матч здесь, в Анталии. Как была подготовка? Ну, подготовка хорошая, просто уже 12,5 недель не играли, товарищеские игры. Завтра тоже половина играет, половина второй тайм играет, посмотрим. Есть тренеры, есть руководство, они выберут, кто будет достаточно 20 числа. Лига чемпионов начнет играть. А завтра это чисто тренировочный такой, подготовка, приближенный игра Лига чемпионов. А по-вашему, какой цель будет завтра на товарищеском матче? Не проиграть. Сыгранность или там? Или там нет, это будет обязательно, будет тактика, будет тактика, будем тренировать наши и первый, и второй. И вообще с поражения не любим никто, никто не любит поражения. Не надо проигрывать, надо всегда играть за победу. Я думаю, завтра достойно будем играть. Спасибо. Спасибо.